Уважаемые коллеги, дорогие друзья, colleagues and friends. Недавно, брат, я по музею Дарвина в Москве. Я узнал удивительную историю о птице медоуказчике и барсуке медоеде. Барсук медоед. Птица медоуказчик питается личниками пчель, но не может приблизиться к улью с личниками из-за платной охраны улья пчелями. This bird cannot approach the place where it's located because there is security there. Медоуказчик, найдя улей, быстро находит поблизости барсука медоеда и ведет его к улью, прилетая с дерева на дерево, указывая путь своими резкими криками. And this bird calls another animal with its songs and ask this animal to come here. Оголодавший барсук медоед совершенно не восприимчив к вкусам пчел. And this hungry animal doesn't feel any stings by wasps. Найдя любимое лакомство, он разносит улей в пух и прах, съедая весь собранный мед. After finding a wasp place, he eats everything. И, конечно же, оставляя желанные личники своему партнеру. And the rest goes to his partner, to the bird. И тогда начинается пир для медоуказчика, все личники перед ним. And then starts a feast for the bird, and everything is for this bird. Между этими двумя существами всю жизнь действует естественное союзничество. There's a cooperation between these two animals every time. Они нуждаются друг в друге, и один без другого не может прокормиться, более того, не сможет выжить. They need each other, and neither can survive without the other. Между ними существует взаимозависимость. They have interrelationship. Они могут выйти победителями в своей борьбе за жизнь, только действуя сообща. They can become winners only acting together. Я привел этот пример для того, чтобы пояснить взаимную нужду в союзничестве и естественность этого союза в турецко-российских отношениях. I use this example to show the need for cooperation in Russian-Turkish relationships. Позвольте мне сделать краткий экскурс в истории наших отношений и показать железный закон, веками реализовавшийся с Западом в отношении двух стран. Let me make a short trip to history and show some interactions with other countries. На протяжении всей истории наших отношений от Османского царского до республиканско-советского периода. The whole history of our relationships started from the Ottoman Empire to the Soviet Empire. С начала эпохи Холодной войны до современности. Starting from the start of the Cold War to modern day. Ни одна из двух стран никогда не была победителем и выигравшей стороной в турецко-российских войнах, столкновениях или конфликтах. Neither of two countries was a victor in any conflicts or military conflicts. Иными словами, обе стороны всегда проигрывали во всех конфликтах. In other words, both countries always lost in all conflicts.
Единственным победителем от нашего противостояния всегда оказывались экспансионистские империалистические силы Запада. The only winner from our not so good relations between Russia and Turkey were the United States. Более того, планы Запада в регионе строились на постоянном провоцировании турецко-российского конфликта. And the West plans were always grounded on the on trying to ignite the Russian-Turkish conflict. Войны и конфликты между нашими странами, подогреваемые третьими силами, преследовали две цели. Would be wars or conflicts between our countries were instigated by third parties. С одной стороны, разжигаемые извне конфликты не оставляли ни малейшего шанса для союза между Турцией и Россией. Ignited conflicts by third parties didn't show any room for good relations between Russia and Turkey. Ведь если бы обе державы вступили в союзнические отношения, этот союз сделал бы невозможным вмешательство в дело региона третьих сил и держав. If these both countries made an alliance, this would make possible intrusion of third parties in our relations. С другой стороны, постоянные конфликты ослабляли две державы, лишали экономических сил, и в то время, когда две страны концентрировали все свои силы, средства и внимание только лишь на борьбу друг с другом. On the other hand, actions of third parties weakened our countries as our countries couldn't find ways to have better relations. Тогда третьи силы могли спокойно вершить в регионе свои планы. Then third forces could achieve their plans in the region. Конечно, есть уравнение, противоположное железному закону. There is an equation, of course, there is an equation which contradicts to the iron rule. Турецко-российское союзничество сыграло исторический роль в реализации собственных интересов обеих стран. The Turkish-Russian partnership played its role in a cooperation between our countries. Нанесла удар по корыстным планам Запада и принесла в регион мир, спокойствие и стабильность. It prevented vicious plans of the West and brought peace and stability to the region. В то время, как обе державы пожинали плоды этого благодатного союзничества, Запад оказывался в проигрыше. As other countries enjoyed the fruits of this cooperation, the West Запад оказывался в проигрыше. The West lost. И сегодня, в начале 21 века, Турция и Россия вновь идут параллельными путями в социальном развитии, точно так же, как это было в начале 20 века. Now, at the beginning of the 21st century, Russia and Turkey go in parallel ways, as it was at the beginning of the 20th century. Обе державы испытывают огромное давление со стороны Запада. Национальная безопасность обеих держав перед лицом серьезнейшей угрозы. Both the countries feel enormous pressure from the West and threats from the West. Таким образом, так же как в начале 20 века, встает вопрос о единственно возможной модели отношений союзнической. As in the beginning of the 20th century, now there's only one way to survive this, is cooperation between our countries. Это союзничество жизненно важно для обеих сторон. Она позволит строить отношения на здоровом фундаменте. This cooperation alliance is helpful for both our countries, and it helps
и развивается как равноправные партнеры. And it helps develop our relationship as a relationship of equal partners. В рамках соблюдения взаимных интересов партнеров. Considering mutual interests. Турция нуждается в России, так же как Россия нуждается в Турции. И обе страны сегодня могут сидеть за столом переговоров на равных. And both countries can sit at the round table as equals. Как два естественных союзника, Турция и Россия на равных. As two naturalized equal. Турция и Россия на равных могут рассматривать текущие и потенциальные сферы сотрудничества и шаги, которые необходимо предпринять в этих областях. Russia and Turkey are equal in determining the ways of cooperation. Первое это Сирия. First is Syria. Единственным возможным путем решения сирийского вопроса. Является сохранение территориальной целостности Сирии. Is the territorial integrity of Syria. Территориальная целостность Сирии – это территориальная целостность и Турции. The territorial integrity of Syria means the territorial integrity of Turkey. Каждая область, которая разрушит территориальные целостность Сирии, станет плацдармом США против России и Турции. Every area that falls off Syria could become a place where US can mount an offensive against Turkey and Russia. В связи с этим военно-политические задачи, которые объективные интересы двух стран возлагают на их правительство, предельно ясны. That's why the task that the governments of Russia and Turkey have are absolutely clear. Это ликвидация всех элементов, разрушающих территориальную целостность Сирии. First is ликвидация элементов, разрушающих территориальную целостность Сирии. El transcendental liquidation of elements that destroy territorial integrity of Syria. Сегодня совершенно ясно, что это за элементы. It's absolutely clear today what these elements are. Террористические группы радикалов в Идлибе, такие как terrorist radical groups in Idlib, like Hayat Tahrir al-Sham. И сепаратистские террористические группы, базирующиеся на востоке Ефрата. Обе группировки поддерживают США и обе сотрудничают друг с другом. Both groups are supported by the US and both groups cooperate with each other. Поэтому Турция и Россия должны рассматривать Идлиб и Восточный Ефрат как единый фронт. That's why Russia and Turkey must consider Idlib and the East of Ephrates as a united front, as a united action. Присутствие одной выше названной террористической группировки питает другую. The presence of one of those terrorist groupings helps the other to thrive. Ликвидация одной группы террористов является необходимым условием для разгрома другой. The liquidation of either group or either terrorist group is a precondition to destroy the other. Турция и Россия не могут избавиться от Hayat Tahrir al-Sham, не избавившись от сепаратистских террористических групп, базирующихся на востоке Ефрата. Turkey and Russia cannot get rid of Hayat Sham without getting rid of the terrorist group and based on the east of Ephrates, only the Ephrates. Уничтожение одной части раковой клетки, не затрагивая второй ее половиной, не вылечит болезнь. Destroying one cancer cell without touching upon another doesn't heal.
Но более того, приведет к появлению метастаз в будущем в иной точке. А вторая область – это Восточное Средиземное море и Черное море. Восточное Средиземное море и Черное море. Is Black Sea and east of Mediterranean Sea. Восточное Средиземное море и Черное море неотделимы друг от друга в стратегии США по осаде Турции и России. These Mediterranean Sea and the Black Sea are separable in the strategy of the US Особый статус Турции и России, я имею в виду вопрос Северного Кипра и Крыма. The special situation of Russia and Turkey, Northern Cyprus and Crimea. Требует того, чтобы вопрос будущего этих двух регионов, имеющих огромное геополитическое значение, рассматривался Турцией и Россией вместе. Required that the fate of these territories should be considered by Turkey and Russia together. Сегодня в Восточном Средиземном море уже образовался блок США, Израиль, Греция, Южный Кипр. Today there's a block in the east of the Mediterranean Sea. It's US, Israel, Greece and Cyprus. Очевидно, что и совместные боевые учения в регионе и кризис с разведкой месторождения газа нацелены против Турции. It's clear that there are cooperative military exercises and oil and gas exploration are targeted against Turkey. Но этот блок угрожает не только Турции, но и России. But this block is a threat not only to Turkey, but to Russia too. США, окружая Турцию в Восточном Средиземном море, окружает не только нас, но и Россию. The US, by encircling Turkey, are encircling not only Turkey, but Russia as well. Вашингтон снимает эмбарго на поставки вооружения на Южный Кипр. При этом, как мы видим из публикаций, Washington lifts an embargo on war supplies to Northern Cyprus. При этом провоцирует Южно-Кипрскую администрацию против Москвы. And at the same time instigates the Southern Cyprus administration against Moscow. Увеличение чисто боевых самолетов на британских базах в греческой части Кипра также угрожает российскому присутствию в регионе. Increase of aircraft in southern Cyprus is also a threat to the Russian presence in the region. Судя по всему, США, установившие свое господство в Восточном Средиземном море, найдет удобный путь к Черному морю. By establishing a good presence in the Mediterranean Sea, the US will find its way to the Black Sea. Следует также отметить, что безопасность Восточного Средиземного моря является гарантией окончательного решения проблемы в Сирии. It should also be noted that the status of the east of the Mediterranean Sea is very important to the stability in Syria. То же самое касается и Черное море. The same goes with the Black Sea. Усилия США по проникновению в Черное море. The efforts to establish its foothold in the Black Sea. Играет определенную роль не только в стратегии осаждения России, но и в плане сдерживания и осады Турции. Play a certain role not only to besiege Russia, but also at making progress for Turkey. Таким образом, две страны имеют общие интересы в борьбе со стратегией США в Восточном Средиземном море и Черном море. So our both countries have
common objectives in the area of the East Mediterranean Sea and the Black Sea. И нуждаются в совместных действиях для разрыва надвигающейся осады. And our countries need common actions to prevent these actions by the U.S. Дорогой коллега, профессор.